день за днем, играем с огнем, 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 день за днем, играем с огнем. Я по натуре тяжел на подъем и страдаю от приступов лени, но на что всегда с удовольствием шел это преступление, как преступление, так преступление, опять преступление, опять преступление, опять преступление, опять преступление. От этих приступов нет избавления. Фанат быстрых денег, а криминальная тема, как известно, экономит время. Я готов поднять жопу с дивана, только если замаячит нормально. День за днем, играем с огнем, день за днем, играем с огнем, день за днем, день за днем, день за днем, день за днем, день за днем. Играем с огнем, нам ли детям севера бояться холода, свободы рисковавшим за полтинник долларов. Потом были 90-е, все было просто, просто и со вкусом проехались на Фокси, Джаги, Джаги, кожанки, ушанки, варенки, клёши, дудочки, мини-юбочки, бананы, классика, мокасины, сандали, кроссы на тросах и так далее. Партийный беспредел, бандитский беспредел, мусорской беспредел, вечный передел. Если смел, то съел, если нет, то сел. Голова кругом идет от этих дел. День за днем, играем с огнем, день за днем, играем с огнем, день за днем, играем с огнем, день за днем, играем с огнем. Нулевые были для нас совсем не нулевые, волевые, долевые. Экономический подъем, рейдерский отъем, рост самосознания, гуляем, пьем. Восход, рассвет, у страны рос авторитет. Такого не было, блять, 100 лет. То есть был восход, а потом, конечно, был закат. Закат тоже был по-своему пиздат. Историчен, истеричен, патриотичен, обналичен. Олимпиада, чемпионат мира, майна вира, как во время чумы пир, Крым, дым, русский мир. Потом скандал с ВАДА, фейсы воровали мочу со склада. Потом за кордоном гадов травили ядом. Потом делили спижины, потом опять делили спижины, потом опять делили спижины. И конца этому не вижу я. День за днем, играем с огнем, день за днем, играем с огнем, день за днем, играем с огнем, день за днем, день за днем, день за днем, день за днем. Каждый житель этой великой страны должен знать, что от тюрьмы и от сумы никто не застрахован, высокие риски. Поэтому никому не советую жить по месту прописки. Мусора, слава богу, работают не очень, а это значит пару дней, чтобы свалить, у вас будет точно. На дело не брать мобильные телефоны, продумывать до мелочей выходы и входы. Шапочки, парики, прикид, все по уму. И, конечно, лучше все делать самому. Ведь сейчас такие времена, такие возможности. Конечно, соблюдая меры осторожности, но сколько жирных гусей на просторах пасется. Я чувствую, скоро им отольется. И со всей пролетарской усмешкой попросим нагрузить их вагоны, маленькую тележку. Не скупитесь, гуси, готовьте бабуси, скоро до вас доберусь. Ой, доберусь, ой, доберусь, ой, доберусь. Уважаемые пассажиры, наш самолет начинает снижение. Через 20 минут мы приземлимся в аэропорту Шереметьево. Просьба пристегнуть ремни безопасности.